Ребята, всем привет! В этом выпуске In Review многосерийный, многосезонный мультсериал Харли Квинн! Здесь этот мультфильм сфокусирован на бесподобной Харли Квинн, которая делает все, чтобы покорить Готэм. Давай поговорим об этом позже. Если не сейчас, то когда? Я не могу всю жизнь дубасить приспешников. Наконец-то Харли напрочь порвала все с кем? С Джокером. И, объединившись с ядовитой Айви, заколачивает свою банду. Мне нужна команда. Я соберу злодеев, на которых никто и не взглянет. Это ж больно тупая ты пи***а! Из отвергнутых, непутевых преступников Готэма. Этот мультфильм — это настоящее, ошеломительное шоу. Сцены насилия, матерные слова и всякая бесовщина. Я не просто собрала банду плохих парней. Я собрала худших. Джокер, это было мое дело. Да, было. Выбросьте Харли. Если он так хочет меня нахуй, так я нахуй его в ответ. Верно так это можно описать словами. И при этом это все очень забавно, креативно и вдохновляюще. Как я и сказал, это шоу с насилием. Настолько, что в одном эпизоде Харли откусила чье-то ухо. Скорее всего, он это заслужил. Джокер всегда использовал Харли. Но Харли настолько наивна, что ей этого не понять. Она совсем не может это видеть или как-то заботиться об этом. Однажды, после неудачного ограбления, Харли попадает в тюрьму, а Джокер убегает. В тюрьме Харли ждет своего клоуна-принца, но ее спасает ядовитая Айви. Ой, бедная несчастная! Повтори-ка это мне после того, как здоровенный пес нас***л мне на лицо! Ты сильная и независимая, и тебе плевать, кто что думает. Точно! Именно! Базаришь! Айви пытается убедить Харли, что Джокер ей не нужен. Но Харли иногда уходит в забвение сама с собой. И это выглядит странно, не только для ее друзей. И тогда Харли начинает создавать банду. Свою банду, чтобы стать великой преступницей Готэма. Во всех своих начинаниях организации преступной группы Харли сталкивается с различными трудностями. Все заслуженные суперзлодеи состоят в Легионе Смерти. Если ты там, ты в шоколаде. Если уж у Джокера получилось, и у меня получится. Так как всем известно, настоящими вожаками бывают только парни. Но на протяжении всех серий мы искренне верим и болеем за Харли и желаем ей стать великой, величайшей преступницей Готэма. Ты перешла границу, Куин. Ты идешь в армию. Следующим членом Легиона Смерти. Я думала, это Легион Дилда. И в самом конце даю ссылку, где вы можете посмотреть все серии многосезонного мультисериала Харли Квинн. И не только. На этом ресурсе вы найдете все фильмы, абсолютно любые фильмы, которые вы только пожелаете. unwap.org. Ссылка в описании. Всем пока.